Согласно многим преданиям, 18 число месяца Зильхиджа – это день, когда было объявлено, что его светлость Али, мир ему, был официально объявлен имамом. В хадисах этот день упоминается как величайший божественный праздник. Празднование этого дня, изъявление радости и поздравления – одни из самых популярных обычаев этого великого праздника. Совершение полного омовения, одевание новых одежд, нанесение духов, объятия при встрече являются одними из желательных деяний праздника Гадирхум. Другими важными деяниями являются посещение родственников, встречи с верующими, пожертвования и помощь друг другу. Молитва, чтение салавата и пост в этот день также имеют большую награду. Также очень желательно раздавать в этот день еду и угощать постящихся. Имам Садык, мир ему, говорит, что награда за пост в день Гадирхум равна награде за пост в течение всей жизни и является искуплением 60-летних грехов. В этот день рекомендуется чтение зиярата имама Али и молитвы Нудба. Повелитель правоверных Али, мир ему, сказал: «Милостыня в один дирхам, отданная в день Гадирхум, равна 200 000 дирхамов». Семейство пророка советует шиитам в этот день дарить подарки детям и супругам. Перед нами стоит непростая задача – донести послание Гадирхума до всего мира. Самое малое, что мы можем сделать, это отпраздновать этот важный день и разделить со всеми радость пророка и его непорочного семейства.